Живая душа в Атлантиде. Не верю своим глазам. Неужели настал этот день? Здравствуй. Когда-то я был могущественным и уважаемым гражданином этого города. Но произошла трагедия. И вот в кого я превратился. Теперь я не могу даже отогнать от себя пару хищников. Прошу, помоги мне. Избавь меня от этих существ! Эти уродливые порождения Гаи сложны.
Неужели я наконец-то избавился от этих извергов? Тысячелетний ад закончен. И все благодаря тебе. Ты не можешь поднять больше.
Ты не можешь нести больше. Не можешь поднять больше.
Здравствуй. Кажется, ты на нашей стороне. Другие духи очень хорошо о тебе отзывались. Но что ты ищешь здесь? Ты хочешь побольше узнать о древних ремеслах Атлантиды? Если да, то я могу научить тебя. Но, увы, я не могу ни к чему прикасаться, так что тебе придется принести все нужные инструменты с собой. Какие инструменты? Так, хорошую наковальню, конечно, иначе как ты будешь работать? Набор металлических деталей подходящего качества, катушку медной проволоки и прут из ферофилума. Это такой кусок железа, который притягивает к себе другие железные предметы. Думаю, ты без проблем найдешь все это неподалеку. По крайней мере, я на это надеюсь. Остановись, человек. О чем бы вы с этими предателями не спорили,
мы не собираемся вам мешать. Видишь ли, не все русалки, как вы нас называете, связаны с тем, что происходит на острове. Когда-то мы были верными солдатами Посейдона и даже противостояли речным богам, когда они пытались захватить власть. В конце концов, в дело вмешались змееподобные. Один из их верховных жрецов по имени Сакват сделал вид, что принял нашу сторону. А потом этот подлый змей предал нас. Не знаю, чем они ему заплатили, но нам он заплатит кровью. Если ты столкнешься с ним раньше нас, позаботься, чтобы он не ушел живым. Мы будем тебе очень благодарны. Ты не можешь поднять больше. Инвентарь полон. Thank you.
Ты не можешь нести больше. Инвентарь полон. Инвентарь полон. Thank you.
Он и правда мертв? Это точно был он? Какой чудесный день для всех членов сопротивления! Сами боги послали тебя к нам! Ты не можешь поднять больше. Я взял все лучшее от во имя вот Атлантиды.
Отринь прошлое и живи будущим. Свое предназначение, ты обретешь силу.